А сможете мне один эспрессо сделать? Эспрессо? Да, один для меня. Сделайте, пожалуйста. Ну, у нас как, он идет один, то есть, Да, я понимаю. Что? А что? Ну, просто эспрессо, да. Да, просто эспрессо. Да. Да? Хорошо. Что видите? Очень хорошо. Пока что. Наличные, если не возражаете. В светофоре купил за 800 рублей. Спасибо. А вы знаете, как я их пришел к их покупке? Стою я, никого не трогаю, смотрю, подъезжает черный Lexus. И выходит месье, я бы даже сказал джентльмен из Lexus черного. В таком же это прикидоне, как у меня длинный. Ну вот, ну курточка у него была, понятно, получше, но такой же длинный. И в желтых сапогах. Да я думаю, сапоги-то у него были поинтереснее. И я так позавидовал, думаю, нафиг мне его машина. А вот сапожки, думаю, вот это уже более исполнимая мечта, правильно? И спустя 2 года я их в светофоре купил за 400 рублей. 400 рублей. Блин, классно, желтые. Знаете, в чем плюс? Они из очень классного материала. Да, они мягкие и теплые, они да. Легкие. Да. А да. Резиновые сапоги. Они. Ну, да, да, да. И плюс в них можно ходить в аэропорту, вот по этому всему. Да, это правда. Резину все-таки же пропускают. Да, я здесь, у меня теплая стелька и шерстяной носок вот сейчас. Я хожу где-то до минус 10 в них. Вот. Ну, то, что в них тупо тепло. Не скользко? Нет, не скользко. Они уже подстерты, но не скользко. Такое литье резины, ну, это даже не совсем резина, это какой-то материал, видимо. Да, 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 такой какой-то. Вот. И желтый цвет всегда сочетается с темным хорошо. Желтый цвет сочетается. Да. Вот смотрите, написано на спине, будем знакомы. Желтым на темном фоне. Сразу же какой-то амбиенс. Ну, очень красиво у вас, я хочу сказать. Знаете, я зашел только по этой причине. Потому что я в витрину увидел камень, кирпич. Увидел, значит, полку вот эту вот деревянную с подсветкой интересной, точечной. Ой-ля-ля-ля-ля, я только сейчас заметил. Видите? Это прекрасно. Это когда слэп? Слэп, слэп, да, слэп. Какое дерево название, вы знаете? Дерево, забыла. Замудрено? Ну, значит, карагач? Карагач. Это из Казахстана карагач. У меня мать из Казахстана, поэтому это великолепно. Да, да, да. Вы знаете, вот этот вот объем, я там тоже вижу слэп, он может стоить больше 100 тысяч рублей обработанные. Больше 100. Я не буду говорить сколько, потому что я сам не знаю. Но от 100 и выше, скажем так, деликатно. Вот такие трещины интересные. Обычно их заливают чем-то, но я считаю, что и так хорошо. Ну, стереотипно. Я недавно смотрел кучу видео на эту тему. Я болел, вот, и делать было нечего. А? Да, я смотрел видео по этой теме. И я смотрел 2 вида видео. Ну, или вида видео, ну ладно, пускай так будет. Иностранцы, совершенно другой уровень эстетики. И русские. У русских эстетика, в глаза бросает сразу. Знаете, как бросается в глаза? Там я американцев смотрел, у них как-то больше такое сочетание цвета, все такое. А русские берут этот слэп, заливают то ли синим, то ли что-то. Ну, банально, некрасиво. Но я мне забыла, как называется. Что? Забыла, как называется. Смолой заливают. Смола, которая в стекло превращается, потом шлифуется и все. И вот эти вот щели имеют. Эпид, что-то там. А, это я не знаю, да. Какая-то у нее есть название. Если бы я не видел то, что делают американцы, я бы восхитился русскими. Но я-то видел, что американцы творят, и поэтому у меня восхищения не было. Плюс мы тоже изготавливаем из черной ольхи светильники. Из корня черной ольхи. Это большой дефицит. Она произрастает на заливе. На заливе. Это олила, келамяки, терейоки. Но есть маленький нюанс. Этот корень смолы должен быть... как сказать, обмыт водой Финского залива, Балтийского моря, тогда он имеет интересный вид. Понимаете? Если не обмыт, то просто корень с корой. Ничего интересного в этом нету. Вот. Беги, вообще. Мне очень страшно.
Нет. Она на больнице. Я загляну в тот зал, можно? Просто интересно, то я так уйду и не посмотрю. А, маленький зал. Я думал, большой. Спасибо. Мне еще нужно на неделю раньше закончить. Сдать экзамен на неделю раньше. А если сейчас бегать, то что вы знаете, побегу я дальше уже. Хорошо. А как мне на Рижский теперь выйти?